название моего доклада «Изучение подпольных московских астрологических групп в позднем СССР и их дальнейшей трансформации в профессиональные астрологические школы в постперестроечной России». Это сообщение базируется на исследовании, которое я делала в рамках обучения в университете Уэльса. Исследование должно было протестировать несколько идей, о которых я вам сейчас скажу. Но попутно, когда я стала делать это исследование, выяснилось, что интервью, которое давали участники этого исследования, содержит очень много попутной, интересной для нашей истории информации. В течение последних примерно 20 лет астрология продемонстрировала свою привлекательность среди различных групп и людей в России. Владимир Султин говорит, что для России это стало фактическим открытием в период гласности. Взрыв интереса к астрологии начался в 1990 году, он был очень силен, но за прошедшие несколько лет закончился эффект запретного плода, и возможно оценить теперь, что интерес нашего общества к астрологии сохраняет свою устойчивость, и, к сожалению, он все еще большой. Сергей Капицын в 1991 году опубликовал статью о тенденциях, направленных против развития науки в СССР. Это был 1991 год. Сергей Капицын в то время был руководителем Института физических проблем, и он высказывал свое понимание таким образом, что повышение интереса к псевдонауке, суеверию и культам – это неотъемлемая часть более широких социальных и политических преобразований в Советском Союзе. Владимир Сурдин в 1994 году заявлял, что астрология активно ворвалась в нашу жизнь вместе со свободой слова и печати. И дальше очень такое интересное заявление. Понятое в традициях монархического абсолютизма и коммунистического тоталитаризма, большинство наших людей разделяет идеи фатализма и просто говорит о покорности судьбе или необходимости подчиниться судьбе. И, несомненно, астрология здесь играет определенную роль, как высшее руководство, переданное под управление звезд и планет. В 1998 году в рамках Президиума Российской Академии Наук была создана специальная комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных знаний. Профессор Полищук, один из членов этой комиссии, утверждал, что это общественная комиссия, в частности, она призывает к сопротивлению обществом псевдонауки и оккультизму, которые ворвались в информационное пространство России после слома коммунистической идеологии. Это особенно видно по средствам массовой информации, и даже многие уважаемые теперь издания печатают гороскоп, астрологические прогнозы и так далее. Это было сказано в 2007 году. Несмотря на такую обеспокоенность, собственно, не проводилось никакого научного исследования, описывающего популярность или непопулярность астрологии, или изучение людей качеством астрологических знаний и так далее. По мнению ученых, которые они высказывают в различных статьях, считается, что астрология главным образом связана с колонками о солнечных знаках в газетах и журналах, и астрологи считаются людьми, которые не знают элементарных начал астрономии. Вот эта точка зрения была высказана Дмитрием Клочковым в его статье «Астрономический абсурд в астрологии». Он перечисляет несколько методов астрологии, утверждая, что нередкость в астрологии так очевидна, что не необходимо иметь знания профессионального ученого-астронома, чтобы видеть эти нередкости. Достаточно иметь знания уровня школьной программы. Значит, таким образом подчеркивается мнение о том, что астрологи не имеют астрономических научных знаний. В Великобритании в 1997 году было проведено исследование Мартином Бауэром и Джоном Дюрантом. Они исследовали различные социологические гипотезы, которые были выдвинуты, чтобы
популярность веры в астрологию среди определенных частей общественности. Вот одна из предложенных социологических гипотез заключалась в том, что астрология привлекательна для людей с промежуточным уровнем научных знаний или с поверхностными знаниями. Эта точка зрения близка к тому, о чем мы говорили, высказывая Дмитрия Клочкова, который говорит, что у астрологов нет представления об астрономических знаниях. И дальше вторая гипотеза, которую мы с вами будем тестировать, это суждение Капицы, Полищука и Сурдина, которые утверждают, что для современного российского общества специфична замена потерянной коммунистической идеологии псевдонаукой и более определенно астрологии как фаталистической потребностью высшей власти. Это наше исследование дискутирует практику четырех астрологов, которые начали изучать астрологию в СССР перед перестройкой, продолжали практиковать астрологию во время перестройки и практикуют астрологию до настоящего времени, значит, в Москве. Метод, который был выбран. Были выбраны четыре астролога, которые начали свою астрологическую деятельность в СССР за несколько лет до перестройки, как преподаватели, консультанты или исследователи. Само исследование базируется на интервью, которые были сделаны. Это интервью лицом к лицу, продолжительность каждого из них от часа до полутора часов. И интервью получились не структурированные, хотя определенные вопросы были подготовлены, определенный порядок вопросов был подготовлен, но, тем не менее, во время интервью этот порядок иногда нарушался и вводились дополнительные вопросы. Респондентам разрешили говорить без перерыва, чтобы они могли свободно излагать собственные мысли, чтобы продемонстрировать свои истории наиболее полно и информативно. Здесь можно применить понятие творческого интервьюирования, которое было предложено Джеком Дугласом в 1985 году, где Дуглас говорит, что не следует вводить жесткие практические рекомендации для интервьюирования и указывает, что интервьюирование и интервьюеры должны быть свободны, чтобы адаптироваться к постоянно меняющимся ситуациям, с которыми они сталкиваются. Подход может быть определен как терминологический, поскольку главная цель состояла в том, чтобы понять значение опыта ответчика, чтобы создать эмпатическую связь и активную взаимосвязь. Как был проведен отбор? Поскольку это качественное, а не количественное исследование, то мы не могли опросить большое количество людей. Значит, было выбрано 4 человека, которые, как мы говорили, начали практиковать астрологию активно в период СССР. Затем они стали профессиональными астрологами в постперестроечный период. Фактически все эти 4 человека являются главами астрологических учебных заведений. Здесь соблюдался, так сказать, географический фактор. Все они живут в Москве. И это тоже отражает определенную специфику, поскольку Москва в период позднего СССР была центром распространения астрологической информации. Если будут вопросы относительно отбора, мы можем в конце их обсудить, поскольку я думаю, что вопросы такие будут. Значит, необходимо здесь указать на качество интервьюера, то есть на мое, как инсайдера или как на посвященное лицо. Хотя респонденты знали об академической цели интервьюирования, но и это положение как бы ставило человека, который берет интервью, в положение постороннего, но тем не менее с респондентами было легко говорить, поскольку мы использовали общий язык и астрологический жаргон, который создает вот эту общность значений. Кроме того, все 4 респондента подчеркнули, что они приняли решение дать интервью на основе их доверия к интервьюеру.
критические соображения и анонимность ответчиков. Всем интервьюерам сообщили, что цель интервью состояла в том, чтобы изучить их образование, их участие в практике астрологии, их астрологических исследований, профессиональной деятельности. Они были хорошо проинформированы, что они могли давать интервью анонимно или попросить об анонимности в любое время в будущем. Значит, интервьюеры попросили подписать специальную форму в виде анкеты. Все они дали разрешение на использование их настоящих имен, которые будут использоваться в этом исследовании. Значит, первая гипотеза – это поверхностное знание. Гипотеза поверхностного знания полагает, что вера в астрологию – это продукт относительно небольшого или поверхностного знакомства с запасом современных научных знаний. Бауэр Дюрант, 1997 год, вот это исследование. Как тестируется гипотеза? Образование и первая профессия респондентов. Значит, было ли разработано несколько вопросов, чтобы проверить эту гипотезу? Один из вопросов был о базовом образовании и о предварительной или о первичной профессии ответчиков. Возраст ответчиков от 59, вот на текущий момент, до 79 лет. Таким образом, они получали свое базовое образование в СССР перед падением коммунистической идеологии. Михаил Левин. Михаил Левин, которому сейчас 66 лет, является по образованию математиком. Он закончил Московский государственный университет, механико-математический факультет, работал математиком-программистом в течение 15 лет, с 1974 до 1988 года. В 1988 году он занял должность главы лаборатории информационных систем. Юрий Олешко, сейчас ему 79 лет, он представился так. Высшее образование, специальность инженер-механик, работал в почтовом ящике. Это, собственно, имя для секретной военной научной организации в СССР в качестве начальника отдела. Борис Бойко, 63 года, высшее образование, закончил Государственный педагогический институт по специальности преподаватель биологии и химии, работал в различных научных организациях как ученый. И Роман Захарян, ему сейчас 59 лет, у него высшее образование, он инженер Московский институт авиации, МАИ, он закончил и там же защитил кандидатскую диссертацию, он кандидат технических наук, преподает в Московском авиационном институте. Знакомство с астрологией, как произошло. Интервьюеры отвечали на вопрос о том, как они познакомились с астрологией и когда это произошло. Поскольку наш обзор рассматривает четыре разных личности, то практически у них у всех совершенно по-разному проходило вот это вот знакомство с астрологией. Левин познакомился с астрологией через изучение концепции и учения Болгарина Петра Донова. Вот его прямая речь. Я познакомился с астрологией в 1973 году. Я познакомился через своих друзей. Они состояли они были в контакте с болгарской школой Белого Братства, Всемирного Белого Братства. И там люди очень интересовались астрологией. Была большая астрология там. И они послали нам в подарок несколько учебников по астрологии. Алана Лео, как я помню, с большим количеством афоризмов Дэна Радьяра, еще некоторые астрологические тексты, таблицы, и они научили меня, как строить гороскоп. Поэтому, когда я заинтересовался болгарским белым братством, то я в то же время заинтересовался и астрологией. Далее он говорит, небо привлекало меня с детства. Я познакомился с астрономией, когда мне было 6 лет. Я с восторгом читал астрономическую литературу снова и снова. Сначала на очень популярном уровне, позже больше специальных книг. Затем я пошел в астрономическую группу в Дворец пионеров. У нас был телескоп, очень хорошие преподаватели учили нас. Мы были заняты наблюдениями, мы замечали метеоритные потоки, делали эскизы планет, зарисовывали эскизы планет, особенно Юпитера, наблюдали серебристые облака, и я наблюдал переменные звезды. Это были элементарные знания по астрономии, но когда я познакомился с астрологией, оказалось, что я не должен изучать астрономию, я уже знал это, я знал сферическую геометрию достаточно хорошо, знал, как были устроены все эти вещи.
Я справился с математической стороной астрономического набора инструментов достаточно быстро. Расчет гороскопа и элементарные знания астрономии помогли мне и теперь помогают, когда я читаю лекции в Академии астрологии о законах Кеплера, сферической геометрии, о координатах и так далее. Поэтому я двигался очень быстро в существенную сторону. И затем запрос, возможно, был, реальная миссия, возможно. Кроме того, я уже не мог бросить это. Бориса Бойко к исследованиям и к изучению астрологии привлек интерес к Индии, восточной философии и экспериментам по изучению возможностей человека. Его исследования начались, когда ему было, вот он говорит, 8 или 9 лет, когда я прочитал роман Куприна «Звезда Соломона». Эта история рассказывала об астрологии, которая заинтересовала меня. Я взял дореволюционную энциклопедию из библиотеки моего отца. Там я нашел слово «астрология», прочитал этот раздел, выписал название знаков зодиака в блокнот, их последовательность, даже смешную рифму, чтобы лучше все это запомнить. Там были даны, как я вспоминаю, небольшие описания особенностей знаков зодиака, их соответствие датам в календаре. Я выписал все это в свой блокнот, начал подставлять даты рождения своих одноклассников и друзей в моей записи и попытался отнести их с описанием знаков. Позже я получил информацию о йоге в каком-то журнале, кажется, на польском языке. Значит, я хочу сказать, что Бойко читает на польском. Были некоторые фотографии поз асаны и некоторые описания некоторых упражнений. Приблизительно в то же время я нашел небольшие статьи в польских журналах об астрологии. Таким образом, мой интерес к астрологии и йоге развивались одновременно. Это было где-то в середине или в конце 60-х. Со временем более серьезная литература, конечно, стала доступной. В первую очередь, старые книги из библиотеки моего отца. Он был профессором психологии. Значит, отец Бойко Борис Евгеньевич, Евгений Иванович Бойко, профессор психологии, сейчас его называют основателем школы когнитивной психологии в России. В юности, вот он продолжает о своем отце, в юности он интересовался сверхъестественными явлениями и даже говорил мне, как он проводил эксперименты по гипнозу на своих одноклассниках. В библиотеке были дореволюционные книги по оккультизму, йоге, теософии и астрологии. Он говорил только несерьезно, в шутку, и просто дал мне некоторые забавные книги, с которыми были связаны его детские воспоминания. Так, с помощью них я учился составлять гороскоп. Первый гороскоп, который я рассчитал, был в квадратной форме. Напомню позже, намного позже я узнал, что гороскопы должны быть в круглой форме. Тогда же примерно книги из Болгарии появились. Это интересный момент. Тоже болгарского первого секретаря Компартии Людмила Живкова очень любила йогу, наследие Рерихов и все то, что не одобрялось в советский период. С ее легкой руки Болгария начала издавать книги по йоге. В то же время, в том же месте существовала группа Петра Донова, его ученики изучали астрологию. Болгария была страной довольно доступной для поездок, и люди привозили такую литературу оттуда. Помимо того, в Риге были старые ученики Рерихов. Таким образом, книги Рерихов и книги по оккультной тематике, изданные Харбинским издательством, распространялись там. После гражданской войны значительное количество российских эмигрантов осталось в Харбине. Там существовало издательство, которое выпускало такую литературу и там работало. Вот эти книги попадали через Ригу в Москву. В основном это была теософическая литература, но встречались и астрологические материалы. Юрий Олег. Я узнал об астрологии в 1978 году в подпольной квартирной группе. Вот он говорит, я работал тогда в почтовом ящике руководителем отдела, у моего бывшего подчиненного был большой интерес к йоге, он пригласил меня в группу на квартире на одно из собраний, где посетители изучали огни-йогу. К сожалению, я не помню фамилию человека, который в тот раз сделал сообщение там, но он упомянул астрологию Вронского, Августина Семенко, что они работали в Эволюционном институте имени Громова и работали с пилотами. Хорошо, проблема была такой. Значит, каждый самолет должен был пройти тестирование, должен был пройти к определенному сроку. По завершении этого тестирования нужно было написать отчеты, рапорты. Все эти отчеты и рапорты должны были быть подписаны. И там учитывалось много факторов, начинающихся с погоды, управления полетами и окончания, и кончая условиями для полетов и состоянием здоровья пилотов. Таким образом, они создали, речь идет об Августине Семенко, и Вронском. Они создали небольшую группу, которая проверяла и контролировала состояние пилотов астрологическими методами. Также они решали некоторые проблемы с самолетами. Ну, я не поверил тогда в это. Это легенда, знаете ли. И он продолжает, что в общественных университетах 80-х годах были отделения общества знания. И в этих отделениях люди читали лекции,
на темы, которые идеологически не очень были поддержаны, официально не очень поддерживались, но тем не менее, значит, люди как-то там читали эти лекции. Там я познакомился, Олежка продолжает, с Юрием Михайловичем Орловым, который в то время работал в Московской медицинской академии имени Сеченова и заведовал там кафедрой педагогики и медицинской психологии. Я приехал к нему спросить что-то о студентах и тестировании. И он сказал мне, что ему не нужно было тестирование, он рассчитывает натальную карту, и все, что ему было необходимо для него, он брал из этой карты. Он стал моим первым учителем астрологии. Рамаз Захарян. Значит, он свои астрологические исследования развивал опытным путем, без руководства, без какого-то обучения или специальной астрологической литературы. Где-то в конце 70-х я служил в армии. В одном научном журнале я прочитал статью о том, что на Западе некоторые исследования о биоритмах и циклах проводились, что на этой, и что, значит, проводится исследование о совместимости людей в командах. Я помню, что я просто пришел в ярость, читая об этом, потому что все, что писалось, это было как в моем детстве. Было чувство, что я все это знала. Я начал свое собственное исследование, у меня была своя собственная система. Я следовал за биоритмами и понял, что мне, что все это абсолютно правильно, и это даже слишком просто. Значит, и затем, не зная астрологии, я начал изучать положение Луны. Я смотрел на Луны, садился в разные позиции и отслеживал влияние Луны. Затем он рисовал круг, определял разные зоны и помечал, какие были ощущения. Но это был слепой путь. В 79-80-х годах через это хобби, возвращаясь в институт, он после армии, он начал делать прогнозы. Вот я пытался понять, как время события сформированы, что из этого следует. Первая встреча с астрологией была таким образом понять позицию Луны. Значит, он нашел астрономический ежегодник с эфемеридом. В конце 70-х я наивно полагал, что астрономические знаки и созвездия имели ту же самую длину. Только в 88-м году я узнал, что все астрологические знаки равны. Это был удар для меня, но это было первое реальное астрологическое крещение. Я начал искать астрологическую литературу целеустремленно. На самом деле путь был таким. 7 лет, которые, значит, были в целом без астрологии, это была чистая теория циклов, где планеты действовали как ключи старта и остановки. И потом, когда я обнаружил астрологию, я обнаружил все, я понимал все с полуслова. И я был, конечно, потрясен и поражен, как можно было 2000-3000 лет назад понять это интуитивно. Все интервьюерные подчеркнули, что они испытывали затруднения в вычислении гороскопов без астрологических эфемерид, которые не были доступны в 70-80-х годах. В течение нескольких лет они пользовались астрономическими таблицами, преобразовывая астрономические данные в астрологические, используя специальные технические калькуляторы в астрологических целях. Вот это описание говорит о том, что у респондентов есть высокое научное понимание предмета и большие астрологические знания. Я немножко буду пропускать, чтобы просто не уложиться. Собственно, у нас 5 минут. Хорошо, значит. Да, хорошо. Значит, я скажу, о чем я не сказала, и тогда, может быть, вопросы. Значит, я не сказала о том, как были устроены группы и какие конспиративные правила надо было соблюдать в каждой группе, вот из тех, которые я сказала, были там свои правила. Значит, как люди взаимодействовали с Комитетом государственной безопасности или как не взаимодействовали с Комитетом государственной безопасности, и как они адаптировались к перестройке и современной практике астрологической. Если есть вопросы, пожалуйста. Спасибо за интересный доклад. Но вот у меня такой вопрос, чисто обывательский, да, много известно о Сергее Алексеевиче Вронском. И вообще это фигура, которая уже где-то приближается по мифологичности к Ульфу Мессингу. То есть биография его — это как захватывающий какой-то приключенческий роман. Не знаю, вот вы исследовали вопрос, насколько эта биография достоверна, да, и вот есть ли там фантазия, и насколько всему этому верить? Я исследовала этот вопрос по-соседски, поскольку он жил с ним на соседних улицах, и я частенько к нему заходила в гости. Вот. Значит, чтобы быть кратко, это же действительно очень большой вопрос, и это очень деликатный вопрос, потому что очень многие люди, профессиональные астрологи, сейчас строят свою биографию научную и профессиональную на биографии Сергея Алексеевича. Значит, скажем так, там очень много фантазий, там нету никаких документальных подтверждений. То, что я могу сказать.
По-немецки он не говорил, потому что у него в гостях были немцы, он не мог с ними говорить по-немецки, он говорил с очень сильным латышским акцентом. Значит, он умел составлять гороскопы, считать гороскопы мог. У него была астрологическая литература немецкая, но 50-х годов, а не довоенная. Значит, я видела консультацию, которую он провел за 200 рублей, это был 82 год. Те, кто знает это время, значит, что было 200 рублей. Это было больше зарплаты кандидата наук. Значит, это был лист формата А4 с описанием солнечного знака этого человека. То есть телец по солнцу, описание тельца. Все, это стоило 200 рублей. Вот. Это мой, извините, можно попасть? Илья Владимировна, вот вас вынесите, пожалуйста, из-за двери. Да. Вот. Поэтому вопросов очень много, и ответы достаточно нелицеприятны. И можно попутно сразу вопрос, да? А зачем ему нужна эта была мифологическая биография? То есть это чисто утилитарный смысл был для привлечения клиентуры, или вот здесь какие-то другие психологические мотивы им двигали? Это очень, ответ очень длинный должен быть на эту тему. Значит, он, несомненно, был репрессирован. Значит, как я полагаю, в лагере он взял чужую фамилию. Вот. И если мы с вами обратимся к истории Розенкрейцера советского периода, то там среди репрессированных был некто Вронский. Значит, что это было, совпадение или, в общем, короче говоря, фамилия Вронский — это не его фамилия. Вот. И та дата рождения, которую он приводит, это не та дата. Значит, ему, видимо, надо было как-то вписываться вот в эти группы, как-то легализоваться, значит, в советской системе, вот что он сделал через эту мифологию. Это если очень кратко. А настоящая фамилия на какая? Это неизвестно. Ну, то есть есть исследования латышских. Сам не раскрывал, конечно. Нет, он себя назвал Вронский Сергей Алексеевич. Вот, есть исследования латышских астрологов, которые там, значит, что-то нарыли. Роман Захарян видел его дело. Значит, вот, но люди предпочитают не говорить на эту тему, как бы это неэтично и, в общем, и так далее. Александр, мне такой вопрос, извините, а вот что, собственно, конкретно КГБ имел против астрологии? Что это такое? Значит, ну, обычно в комплексе вопросы решались. Вот, например, Ленин говорит о том, как его вызывали, значит, на допросы, ну, на собеседование в госбезопасность, и основные вопросы касались Всемирного Белого Братства, такое диссидентское движение, то историческое христианство, да. И астрология была только попутно. Вот. Значит, например, у Бориса Кинча Бойко, у него не было никаких личных, так сказать, контактов с этой организацией, но он всегда соблюдал правила техники безопасности очень аккуратно. То есть, вот, например, вот у нас были знакомые, ну, я его жена, поэтому я немножко знаю изнутри ситуацию. Вот, значит, у нас были знакомые, которые как бы были вхожи в эту организацию, и, например, нас иногда предупреждали, что будет выемка литературы, то есть надо, значит, отвозить там куда-нибудь на дачу и так далее. Вот. Или что там меняете адрес квартиры, вот так вот, где вы собираетесь. И если группа собиралась довольно долго в одном месте, через какое-то время, значит, надо было адрес менять. И так, в общем, людей не очень надежных, не очень понятных, не очень знакомых отсеивали, они теряли таким образом контакты с группой. Вот. Ну, Олежка там кое-что рассказывала тоже, значит, по поводу этого. Собственно, контролировалось практически все, что как бы не вписывается в идеологию. Вот. И поскольку люди интересовались астрологией очень часто вместе с чем-то еще, то они попадали вот в зону внимания. И также Сергей рассказал, как он ехал как-то в метро, читал там какой-то ксерокс. Вот. И, ну, в общем, мы все примерно знали, как выглядят, так сказать, эти люди. Вот. И он сказал, что стоял рядом человек, он попросил показать, что он читает. Очень вежливо, значит, Вася Генчич показал ему обложку, там был какой-то йог, значит, изображен на обложке. А, это йог, хорошо прочитается. То есть он видел, что читается ксерокс. Да, да, что это ксерокопированный текст. Вот. И, значит, текст вызвал интерес определенный. Просто присматривали за всеми. За всеми присматривали. И к тому же эти группы, они все очень тесно общались. Вот ивановцы общались с астрологами. Потому что люди искали свой путь, и они иногда, значит, попадали на какое-то время вот в зону внимания астрологов. Антропософы тоже, да. Ну, естественно, выращивали морковку по Штейнеру, там все такое. Это
все было интересно, конечно. Гетеанума русского ГТА. Русского гетеанума. Нет, ну, во-первых, это все было подпольно. Во-вторых, эти группы были очень разнонаправленными интересами. Многие в Костоловке приходили вообще перепелиться, на потом уходили. Почему я взяла вот этих четырех людей? Потому что они остались астрологами вот в наше время. Потому что очень много людей, которые как-то заявились, но они потом куда-то исчезли, растворились, поменяли интересы. Можно еще маленький вопрос? Вот самая известная школа сегодня — это Зарайевская школа, да? Да. Вот, еще немножко Агафонов там, так сказать. А еще Шестопалов. Еще, да, Шестопалов, Драган, там, Волжина, ну, это новый, конечно. Значит, да, и вот как вы считаете, это, ну, есть какой-то градация какая-то, какие-то уровни? Конечно, да, несомненно, уровни есть. Ну, что касается Зараева, его, он себя называет представителем или руководителем русской астрологической школы, но школы нету. Есть название, но нету школы, нет образовательного учреждения, нет структуры. Он один. Так мы очень дружили в свое время с Зараевым. У меня было такое подразделение. Да, значит, да, он занимается популяризацией астрологии, выпуском вот этих календарей. Да. Вот это его основное. Поэтому я его как бы вынесла за скобки этого исследования, потому что это как бы популярная астрология, не совсем то. Что касается, значит, Шестопалова. Шестопалов из Питера, значит, это не московская школа, первый, второй. Значит, как раз это один из астрологов, который свою профессиональную биографию строит на, значит, биографии Вронского, которая сама по себе является большим вопросом. Вот, поэтому, чтобы, значит, ну, как бы тут не попадать в ложную такую ситуацию, я Шестопалова тоже не стала брать, но я опять, у меня был географический фактор, он не попадал. Кроме того, он фактически ничего не известно о том, что он делал вот в период подполья, значит, большевистского. То есть он появился сразу как преподаватель. И он стал преподавать, опираясь на систему Вронского, которая сама по себе очень спорна, очень-очень спорна. Вот. Поэтому я вот не стала привлекать. Что касается Агафонова. Агафонов, наш ученик, это уже младшее поколение. Да, это уже младшее поколение, поэтому он сюда в этот обзор не попадает. Что касается Драгана, это уже сын, как говорится, Агафонова по возрасту. Да. Вот. Он с Украины, из Харькова, он закончил философский факультет Харьковского университета. Это как бы младшее поколение астрологов. Значит, так, в общем, на мой взгляд, с точки зрения астрологии не является чем-то ярким, интересным и достойным такого специального внимания. Потому что есть, ну, просто те люди, которые что-то транслируют, вот, а есть люди, которые имеют как бы вот харизму и такой драйв. В астрологии это немножко другое. А Саврамская? Кто? Ну, короче говоря, я вам в коридоре скажу. Потому что некоторые не знают фамилии. Вопрос, на самом деле, к этому докладу может быть очень много, очень интересно и понимает много разных аспектов. Коллеги, поговорим еще раз.